Ты пожалеешь об этом. Одним монстром меньше. Тревога! Еще одним монстром стало меньше. Ага, кажется, я кое-что нашел. Ага, кажется, я кое-что нашел. Эй! Это твое кольцо? О, да, это оно! Благодарю тебя! Что бы я делал без твоей помощи? Вот, возьми в качестве моей благодарности этот эликсир жизни. Я понимаю, что этого мало, но это самое ценное, что у меня есть с собой. Если все будет по-другому. Это действительно правда. Быть осторожнее с тем, что говоришь. Это плохой бизнес. Если все будет Биллиар! Конечно, тебе легко говорить. Я... В конце концов, они тебя к этому вынудят.
Эй, ты! Все в порядке? Кажется, да, приятель. Мне нужна твоя помощь. А в чем, собственно, дело? Я хочу вызвать Фалька на поединок, и мне необходимо заручиться поддержкой охотников. Бросить вызов самому Фальку? Это очень смелый поступок. Он же самый лучший охотник в этом лагере. И я не думаю, что у тебя есть хоть какие-то шансы его победить. Мне это уже говорили, но я не собираюсь отказываться от этой идеи. Хм. Ну, если ты так уверен в своих силах, то, конечно, я бы мог помочь тебе. Но не просто так. В конце концов, все в этой жизни надо заслужить. И мою поддержку тоже. И что я должен сделать? Просто принеси мне какой-нибудь редкий охотничий трофей. Если ты хороший охотник, то для тебя это не составит особого труда. А какой именно трофей тебе нужен? Я же сказал, редкий. Например, большое яйцо ползуна. Эту вещицу днем с огнем не сыщешь. Да и битва с ползунами чертовски тяжела. Достойный трофей. Хорошо, договорились. Что интересного здесь можно увидеть? Интересное — это хорошо сказано. Если ты углубишься в здешний лес, то наткнешься на очень злобных парней. Они около 10 футов высотой, волосатые и в очень дурном расположении духа. Так что лучше не ходи туда, если не считаешь, что достаточно силен. Что ты здесь делаешь? Что, по-твоему, может здесь делать охотник? Охочусь, конечно. Фальк заказал мне парочку шкур горных троллей. Вот я и околачиваюсь тут. Жду удобного момента, чтобы грохнуть этих тварей. Если бы не этот заказ, я бы уже давно сидел в лагере, ел вкусное мясо и пил холодное пиво. Ты можешь научить меня охотиться? Конечно. Но сначала принеси мне приличной еды. Я умираю от голода. Я хочу бутыль молока, буханку хлеба и жирный окорок. И тогда я научу тебя всему, что сам знаю. Вот еда, как ты просил. Фантастика. И что теперь? Научи меня охотиться. Что ты хочешь узнать? Ты можешь вырезать сердце животного, сделав глубокий разрез в его грудной клетке. Но обычно это имеет смысл только в случае особых животных или магических существ. Thank you.
скотина мерзкая тварь. Даже не пытайся нападать на меня. Thank you.
сюда, подлая тварь! Ганс? Ну да, вчера он покупал у меня травы. Кажется, у него были дела в городе. Думаю, он скоро объявится. Но откуда же мне знать? Попробуй поискать его в порту. Эй, ты!
Чёрт. Только некроманта нам тут не хватало. Тут что-то об алхимии. Подожди минутку. Ты давно в монастыре? Уже почти год. А так, сам я с материка. А как ты попал сюда? На корабле. Как же еще? Мы ведь на острове. Или ты забыл? Я хотел сказать, почему ты приплыл именно сюда? Разве на материке нет ни одного монастыря? Ну, почему же? Есть один. В Нордморе. Но в одиночку мне туда было не добраться, а найти провожатого в разгар войны оказалось проблемой. Поэтому я взял деньги, оставленные мне моим отцом, сел на корабль и приплыл сюда. Должно быть, твой отец был состоятельным человеком? Он был паладином. В ордене получают не так много, как ты думаешь. Эту сумму он копил не один год. Он все надеялся, что я пойду в городскую стражу в Венгарде. Но меня всегда привлекала магия и тайны прошлого. И вот я здесь. Он был паладином? Да. Полгода назад я получил письмо о том, что он погиб в сражении. Он уже рассказал мне о причинах своей задержки. От имени служителя церкви выражаю тебе благодарность. Эй! Ты что-то узнал о Тревиусе? Да, он мертв. Я нашел его недалеко от странных камней в западном лесу. Вот как. Да хранит Иннос его душу. Спасибо, что зашел. Хотя ты и темный маг, я не могу отделаться от ощущения, что ты пришел творить добро в этом мире. Возьми свою награду и ступай. Эй, ты! Для меня? Покажи. Так, и кто тебе ее передал? Ага, порядок. Вот, твои деньги за доставку.
Скажи, что через неделю я жду новую посылку. Я... Расскажи мне о магии тьмы. Магия Белиара. Одна из самых зловещих и разрушительных магий из всех, что существуют в этом мире. Ведь по своей силе разрушения с ней не сравнится ни одна другая. А ее единственная цель заключается лишь в том, чтобы порабощать и уничтожать. Но ты должен понимать, что обладать такой властью под силу лишь опытному магу. Новичка она, скорее всего, просто убьет. Магия тьмы коварна, так же, как и сам Белиар. Это еще не все. Что еще? При тех преимуществах, которые открывает перед тобой изучение темной магии, нельзя не отметить еще одну ее особенность. Только магия темных рун позволит тебе призывать к себе различных существ тьмы. Но здесь также есть свои трудности. Призванные тобой существа иногда просто могут отказаться подчиняться тебе. Ты можешь оказаться слишком слаб, чтобы повелевать ими. И что тогда? Если это случится, то, скорее всего, тебя просто попытаются убить. Существа тьмы очень сильны и опасны. Не говоря уже о демонах. Запомни одну очень важную вещь. Ключ к успеху в этом деле кроется в твоем могуществе. Что это значит? Это значит, что чем опытнее ты будешь становиться, тем больше у тебя будет шансов подчинить своей воле вызванное тобой существо. И, соответственно, тем больше оно будет служить тебе. Расскажи мне о демонах. Хорошо. Демоны — это отдельный вид темных существ и самые страшные порождения Белиара. Они самые опасные создания, которых можно встретить в нашем мире, не считая драконов. Демоны обладают высоким иммунитетом к магии, и подчинить их своей воле крайне сложно. Может, есть способ исправить это? Для этого в темной магии существует отдельная область знаний – демонология. Изучив ее, ты откроешь для себя способность призывать этих ужасных существ в этот мир. И кроме этого, знание демонологии позволит тебе научиться создавать руну, которая поможет тебе в этом. Однако воспользоваться ее силой ты сможешь только один раз. После этого сила руны иссякнет. Впоследствии знание демонологии позволит тебе призывать высших демонов. Они на порядок сильнее своих обычных собратьев, и это дает куда больше преимуществ. Однако подчинить их своей воле будет также намного сложнее. А ты можешь обучить меня демонологии? Поскольку ты являешься темным магом, я объясню тебе основные принципы демонологии и научу тебя создавать руну вызова этих созданий. Правда, овладеть ее силой ты сможешь только тогда, когда откроешь для себя четвертый круг магии. И естественно, для того, чтобы постичь все эти знания, тебе понадобится иметь достаточно опыта. Давай начнем обучение. Если ты считаешь, что готов к этому, я научу тебя всему, что знаю сам. Я нашел подлинную рукопись. И где же? У мага огня по имени Тревиус. К сожалению, он мертв. Это ты его убил? Нет, конечно. Я нашел его в одной из пещер, а рядом с его телом находился настоящий демон. Теперь мне все ясно. Вот что значит совать нос в чужие тайны. Но сейчас это уже не столь важно. Рукопись вернулась ко мне, и я могу продолжить свои исследования.
для меня будут еще поручения? Да, ты как раз вовремя. На днях я просмотрел записи, которые ты мне принес из монастыря. Они, конечно, помогли мне в моем исследовании, но вместе с этим возникло еще больше непонятных вопросов, на которые я не в силах дать ответы. Полагаю, чтобы отчасти разобраться с ними, мне понадобится еще одна вещь. Или несколько. Но я знаю точно, с чего стоит начать. С чего? Меня интересует довольно редкая книга, известная как «Напрасный путь». Если мне не изменяет память, когда-то ею владел один маг, имя которого я, к сожалению, уже забыл. Однако просто так он ее не отдаст. Слишком уж дорожил этим сокровищем. В свое время я уже пытался заполучить у него этот фолиант. А где мне искать этого мага? Если бы я знал это, то не просил бы тебя о помощи, а просто послал бы к нему пару своих слуг, которые убедили бы его отдать мне книгу. На тебя это похоже. Ну а тебе еще что-нибудь о нем известно? Я как раз вспомнил, что некогда он служил городским магом в Харинисе. Наверняка в городе кто-нибудь знает, где его можно найти. Ладно, постараюсь найти этого мага и принести тебе книгу. Уж постарайся. Ты ведь не позволишь мне разочароваться в своем решении взять тебя в ученики? Белиар! Эй, ты! Я ищу одну очень редкую книгу. Кажется, она называется «Напрасный путь». Ты что-нибудь слышал о ней? Скажи, а почему она тебя заинтересовала? Меня просто интересуют редкие вещи. Да? Очень интересно. Так ты можешь сказать мне, где я смогу найти эту книгу? Мне удалось достать ее один экземпляр, хотя это большая редкость. Но я тебе ее не отдам, даже и не надейся. Может, я смогу что-нибудь сделать, чтобы ты поменял свое решение? Ты помог мне с Лариусом. Я согласен отдать тебе книгу, но лишь в обмен на такую же ценную вещь. Что тебя конкретно интересует? Подойдет все, что угодно. Эликсиры, растения, магические свитки. Главное, чтобы эта вещь была редкой. Я посмотрю, что можно сделать. Насчет интересующей тебя редкой вещи. Да? У тебя есть что-то особенное? Этот царский щавель. Это действительно редкая вещица. Вот, держи. А моя книга? Конечно, как и договаривались, вот она. И смотри, будь с ней осторожен. Такой больше нигде не найти. Интересно.
покажи мне свои товары. Покажи мне. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои магические свитки. Подожди минутку. Книга у меня. Я так и думал. Нескольких страниц не хватает. Но можешь не корить себя в этом. Твоей вины здесь нет. Я сам должен был догадаться. И что теперь? Надеюсь, эта неприятность не помешает мне продолжить свой эксперимент. Хотя об этом говорить пока рано. Мне нужно изучить все, что здесь написано. А ты пока можешь заняться более насущными делами. Но будь готов. Мне еще понадобятся твои услуги. Тебе еще нужна моя помощь? Да, только в этот раз постарайся отнестись к моему поручению предельно серьезно. Оно куда сложнее тех, что я давал тебе ранее. Итак, на днях я еще раз просмотрел те записи, которые ты мне принес из монастыря. И после долгих раздумий пришел к выводу, что для завершения исследований мне понадобится еще одна вещь. Какая? Речь идет об одном из древнейших фолиантов, посвященных магии некромантов. Некрономиконе. Тебе когда-нибудь приходилось слышать об этом артефакте? Честно говоря, нет. Я так и думал. Немногие знают о его существовании. Но по мне это даже к лучшему. Мне также не слишком много известно про этот артефакт. Но моих сведений вполне хватит, чтобы завладеть этим сокровищем. Выходит, ты знаешь, где его искать? Этого я не говорил. Но я знаю того, кто поможет нам в этом. Его имя Нергал. Он был одним из самых могущественных некромантов своего времени и последним хозяином Некрономикона. К сожалению, душа Нергала уже давно отошла в мир теней. И узнать, в чьих руках сейчас находится Некрономикон, будет не так легко. И что ты планируешь делать? Все просто. Знание темных рун некроманта помогут мне вызвать дух Нергала в этот мир. Однако мне понадобится и твоя помощь. Что я должен делать? Где-то в восточной части этой долины расположена старая башня этого некроманта. Твой путь лежит именно туда. Я не знаю, что именно тебя там ожидает, но думаю, ты и сам все поймешь, когда окажешься там. Ну, думаю, с этим проблем не будет. Возможно. Но насколько мне известно, вход в эту башню закрыт. Тебе придется самому поломать голову над тем, как туда попасть. На другое я и не рассчитывал.
Эй, ты! Что там? А, трава. Тебя же Ганс послал. Тогда вот, 200 золотых, как обычно. Что ты делаешь здесь? Стерегу овец. И, по возможности, стараюсь держаться подальше от неприятностей. Это не всегда возможно, да? Да уж, особенно когда дело касается наемников. Я очень рад, что работаю здесь, на пастбище, подальше от них. Хотя и здесь не совсем безопасно. А что опасного на пастбище? Неподалеку бродит небольшая стая волков. Эти проклятые твари почти каждый день утаскивают одну из моих овец. Несколько дней назад у меня было в два раза больше овец. Мне не хочется даже думать, что Анар сделает со мной, когда узнает об этом. Почему ты не скажешь наемникам о волках? Мне казалось, это их работа. Да, я знаю. Я должен был сделать это. Но не сделал. Черт. А теперь, когда столько овец пропало, я боюсь кому-нибудь говорить об этом. Но ты только что сказал мне. Я уже пожалел об этом. Что, если я убью этих волков? Ты сам? Я не верю в это. Я скорее поверю, что мой баран-вожак расправится с ними. Забудь об этом. Это было всего лишь предположение. Я пойду к парням и посмотрим, что они скажут насчет этого. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Ты величайший воин и можешь уложить сотню волков одной левой. Нет проблем. Обычно они шныряют в лесу около пастбища. Я думаю, их всего четверо. Как дела? Как твои овцы? Хорошо. Но могут прийти другие волки. И, возможно, в большем количестве. Могу я купить овцу? Когда захочешь, если у тебя есть деньги. Овца стоит 100 золотых монет. Если ты заплатишь, можешь выбрать себе овцу. Но ты должен пообещать хорошо с ней обращаться.
я расправился с волками. Ты сделал это! Слава Инносу! Но я все равно не знаю, как сказать Анару, что его овцы пропали. Это все этот чертов Булка виноват. Что ты сказал насчет Булка? Это один из наемников. Это его работа охранять пастбище. Но вместо этого он и его приятель Сильвио день напролет ошиваются в кухне у Теклы. Это этот ублюдок будет виноват, если мне не заплатят за многие недели работы из-за потери овец. Как я хотел бы набить ему морду, но никому это не по силам. Этот парень убийца. Покажи. Да, я ждал ее. 200 золотых, как обычно. Спасибо за доставку. Я принес тебе кое-что на продажу. Хорошо, давай посмотрим. Да, неплохо, мой дорогой. Я, пожалуй, возьму у тебя все. А деньги? Само собой. Вот твое вознаграждение. И поверь, это куда больше, чем ты получил бы за них у торговцев на площади. Если у тебя еще что-нибудь будет на продажу, ты знаешь, где меня найти. Постой. Мне необходимо срочно поговорить с тобой. При непонятных пока для меня обстоятельствах произошло одно грязное убийство. Убит Игнац, алхимик, который жил в портовом районе. Кажется, беднягу отравили. И мой священный долг разобраться в этом преступлении. А что ты хочешь от меня? Походи по городу, поспрашивай людей. Может, кто-нибудь что-то видел, но просто боится об этом говорить? Хорошо. Если мне удастся что-нибудь выяснить, я сообщу тебе об этом. Вот и ладненько. Можешь идти. За твои вещи. Хорошо. За твои... Хорошо. Вот об этом все сплетничают. Эй, ты! Тебе что-нибудь известно об убийстве алхимика Игнаца? Боюсь, что не очень много. Я знаю столько же, сколько и все остальные.
Ты что-нибудь слышал об убийстве алхимика Игнаца? Не думаю. Я стараюсь держаться подальше от подобного рода тем. У меня нет времени на то, чтобы слушать, о чем болтают другие люди. Насчет убийства алхимика Игнаца. Подожди. Я лишь простой торговец и в такие дела свой нос не сую. Но ведь здесь, на рыночной площади, всегда полным-полно слухов. Может быть, ты слышал что-то необычное за последнее время? Нет, ничего такого. А если бы что-нибудь и узнал, то давно бы уже сообщил об этом городской страже. Хотя, по правде говоря, толку от этих парней абсолютно никакого. Эти болваны из ополчения слишком ленивы, чтобы заниматься подобными вещами. Представляешь, они даже не удосужились осмотреть ту хибару, где жил Игнац. А ведь там наверняка могло бы остаться что-нибудь такое, что помогло бы им найти убийцу. Покажи. Тебе что-нибудь известно об убийстве алхимика Игнаца? Боюсь, что нет. Я и понятия не имею, кто это мог сделать. А почему ты спрашиваешь? Лорд Андре сказал мне, что беднягу отравили. И все это наводит меня на определенные мысли. На что это ты намекаешь? На то, что недавно ты просил меня достать тебе сильнодействующий яд для каких-то твоих экспериментов. О, клянусь Иносом, это не я. У меня и в мыслях никогда такого не было. Мы всегда были достаточно дружны с Игнацем, и я сильно расстроен с тем случившимся. Я тут ни при чем. Слушайте, жители Хагена. По прямому указанию достопочтимого лорда Хагена, сегодня вступайте... Эй, ты!